Где вы думаете, мы оказались? Может быть, во дворце? Может быть, в Большом театре? Да, да. В Лувре, Юль, может как минимум. Быть, в Лувре. Каждый ассоциирует эти роскошные шторы с чем-то своим. Это комплект штор «Сивилла». Конечно, да, Надюш, прикасаясь к этой ткани, если даже просто смотреть на нее издалека, мы сразу видим, что это такие качественные, профессиональные практически портьеры, которые используют, слушайте, например, для украшения Большого театра. Да. Это, знаешь, созвучно тем тканям, которыми украшали в 18 веке дворцы, богатые дома. Дворцы, залы, бальные комнаты. Все это великолепие создавалось не только благодаря золотой лепнине, но и настоящим габардиновым тканям. Я смотрю на этот рисунок, Юля, я не могу оторвать взгляд. Друзья, я повидала много здесь товаров, видела разные ткани, но такой красоты, признаюсь, вот первый раз у меня такая возможность. Юль, цена радует. Меньше 4000, 3999 рублей за комплект штор «Сивилла». Итак, рассказывай нам, действительно, это ведь не рисунок, это ведь практически вышивка. Ну, так и есть. Это особое переплетение. Твое внимание, Надюша, привлек величественный жаккард. Он не может, конечно, не привлечь внимание. Здесь более 6 нитей использовано для того, чтобы сплести роскошный гобелен, который украшает сегодня наше окошко. Это самое настоящее плетение, ой, которое придумал Жозеф Мария Жаккард еще 200 лет назад. И технология не менялась с тех пор. Вы только представьте, какой вот блеск. С изнаночной стороны мы видим, рисунок роскошный, он повторяется, и ваше окошко с улицы будет тоже очень красиво. Слушайте, это важно, ведь и с улицы заглядывают к нам в окна, и все будут восторгаться, какой богатый дом, кто же там живет. Смотри, жемчужный отблеск, настоящая вышивка, 3999 рублей, но это, поверьте мне, не цена для такой роскошной, потрясающей одежки для вашего окна. Вы не живете, нет, у вас есть возможность почувствовать, как будто вы живете во дворце, как только вы украсите вот именно так свое окно. Но что у нас входит в комплект? Это комплект. Вы можете сами с ваши шторы, ну, по-разному их быть дизайнером и по-разному делать их форму с помощью подхватов. Пожалуйста, действительно, это будет очень красиво. На любой гвоздик сделали и создали красивые фактурные складочки. То есть драпируются ткань прекрасно. Подхваты входят в комплект. Входят в комплект, они отшиты, они уже с петельками. И две основные портьеры 140 на 250 каждая. Кстати, подхваты, обратите внимание, они двухсторонние. То есть они сделаны полностью качественно. Здесь две ткани. И с любой стороны, как ни разверни этот подхват, он выглядит с лицевой стороны. Он выглядит красиво. Как Юля сказала, здесь есть петельки, которыми мы и фиксируем данные шторы. Но это даже не шторы, друзья, это произведение искусства. Ваши гости будут приходить к вам и будут просто с замиранием сердца разглядывать. Так, что это у тебя в руках? Ну-ка, Юль, рассказывай. А я хочу еще одно достоинство наших штор подчеркнуть. Вооружилась фонариком не просто так, а сказать, что на сатене гобеленовое плотное плетение не пропускает солнечный луч. И если у вас, например, как у меня, супруг работает по ночам, днем нужно выспаться, или чтобы первый солнечный лучик не бил вам в глаза, застелите окошко «Сивиллой». Вот он горит, мой фонарик. Я его, посмотрите, заношу за шторы, и мы видим слегка свет, чуть-чуть только видно, вот он гуляет свет, первый лучик утреннего солнца не будет бить вам друзья, в глаза. Ой, а как это важно! Хочется поспать в субботу, воскресенье, когда я в детской комнате ложусь отдыхать, днем даже детей не уложить, потому что бьет солнце, прям невозможно от него спрятаться. Теперь я понимаю, что нужно просто выбрать плотную ткань. Друзья, не ищите где-то ткань, которая бы вам подошла. Вот, уже вот готовый вариант. Все уже продумано, еще и дизайн можно свой сделать. Итак, 3999 рублей за комплект. Давайте посмотрим, как будет смотреться эти шторы в разных интерьерах. Возможно, у вас вот такой сдержанный интерьер в бежевых оттенках. Просто загляденье, Юля. Комплект штор «Сивилла» 963-372. А если теплые тона преобладают, желтенькие, например, тоже весьма к лицу будет такой комплект штор к вашей квартире.